Строятся у нас не только отдельные города, но и в целом вся Тюменская область. К примеру, до конца этого года в регионе планируют сдать 1 миллион 250 тысяч квадратных метров нового жилья. Ну, а это немало. Причем есть совершенно новые дизайн-проекты. К примеру, в Тюмени приступили к строительству еще одного микрорайона «Европейский». Где он будет располагаться и какие там будут дома, расскажет Анастасия Нахрачева. Жилые комплексы, не окруженные заборами, дворы без машин. По мнению голландского архитектора Барта Голдхорна, за таким жильем будущее. Послушать о новых архитектурных подходах собрались проектировщики, урбанисты, агенты недвижимости. Конечно, несомненным бриллиантом в девелоперском сообществе является «Брусника». Это та компания, это та федеральная компания, которой мы гордимся, что именно здесь первые практики они осуществляли на Европейском, на Видном, на Новине. И теперь эти хорошие проекты, которые здесь получили свою первую жизнь, адаптируется в российских городах. Скоро тюменцы увидят совершенно новый для города проект. По соседству с микрорайоном «Европейский» появится одноименный квартал. Двор, который окружен домов, который создает не только, скажем, огражденную территорию, но и тихую территорию. Поэтому, я думаю, больше и больше будут эти заборы. Не будет уже так много, будет больше такие дома, которые формируют именно эти закрытые пространства для жителей. На окраине этого квартала более высокие дома, внутри более низкие. По задумке, квартал «Европейский» станет маленьким уютным городком, в центре которого расположатся урбан-виллы. Это небольшие одноподъездные дома, в которых будут проживать всего около 50 семей. Особое внимание проектировщики уделили пешеходным зонам. Здесь же парк для прогулок, спортивные игровые площадки. Более подробно ознакомиться с кварталом «Европейский» можно на сайте компании «Брусника». Анастасия Нахрачева, Владимир Кондратьев, «Тюменское время».